Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Юра Джидони Фан Геймс. И, ребята, сегодня у нас прячь и ищи в GTA 5. Всем кукусяндр! Здорово, бандиты! Что ж, ребята, напоминаю рубрику «Битва за тачку». Тачку где-то прятал сегодня Донни, будет давать нам подсказки в виде скриншотов. Мы будем ее искать, но если найдем, получим удовольствие. Короче, я уже ушел, поэтому кидаю. Я сделаю фотку, да. Давай. Что ж, там вертолет такой клевый был, надо было носку по морде дать и забрать вертолет. Ага. Что за этот? Стой! Собор католический, нет? Чего? Церковь. Ну, блин, чего? Католическая церковь, забор? Так, я вот только сейчас взял. Чё с тимспиком? Ух ты. Красиво. 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 Ухожу. Красиво. Ох ты, перец! Ушел красиво. Лайкос. Так, кстати, а чё за такая хрень? Так, ты давай не стреляй, а то шальная прилетит. Ну ладно, так наоборот же. Шальная пуля. У меня тем более машина хорошая, жалко потерять. Блин, на самом деле вариков много, где эта чума может Я быть. Думаю, что это... Баня куда-то. Какой-то либо лицей. Майкл, где-то там. Лицей? Лицей? Номер ага. 1708. Ну, третье образовательное учреждение. Там, не знаю, этих... Монархов каких-нибудь обучают. Я просто монархов. Ну, судя по орнаментам, там реально не лохи живут. Ну, вот количество. Помню, в Швейцарии, когда гулял, такая же тема. Такие строения были, похоже. Так, ну это реально интересненько. Но тут у них такого нету. Тут таких не держим. У Якобс монархов нет ничего, да? Только фиоку явно не у этих, да? Так, у нас еще есть школа, да? То есть похожее здание на что-то. Так, есть ну вроде не здесь то. Здесь Юра, короче, силит вообще так едет на кабаке. Кстати, да. Нормально. Вообще хорошечно. О, я приехал к первой фигне, это школа баптистов или кого там, я не помню. Школа баптистов. И как тебе школа Эпсилон. Баптистов? Как тебе там, как образование? Ну так, кормят, не кормят. Не Оксфорд, не Гарвард, но... О, Фанни Тони. Завыл. Я вас по никам только что увидел. Айфон? Афоня, чё ты говоришь? Афоня? Может быть и Афоня. Так, а чё ты здесь забыл? Вот тобой Донни летает. Ах ты засранец, ты чё тут это... Донни летает низко, значит к дождю. Волхак что ли у тебя, братан? А у меня ники включены, а больше а ничего. А ты чё, я всё отключил, 3 пункта в настройках. Ой, дождь пошёл. Господи, даже небо плачет. К дождю. Здесь осадки, я ничего не вижу, мама меня просто заела. Байт удался, ладно. Так, давай-ка включи, а то реально даже домов не видно. Это жесть, даже в армию. Донни, дай света. Сейчас переключится. Я на самом деле не знаю, куда ехать, давай вторую подсказку. Да, потому что что-то... Вообще, даже мысли нету. Это же за лофт какой-то еще. Нью-Йоркский причем. Я понял, что это. Не понял, что это. Я понял, что это. Понял? Что это? Я понял. Что ты понял? О, я понял, что у меня есть мысль, что это. Не факт, что там это именно и находится, потому что он... Рестик двухэтажный, что ли, там? Другое немножко место. Есть мыслишка. Да. Ребят, и винишко, да? Если вам интересна рубрика, вы, в принципе, в комментариях прямо сейчас можете писать ваше предположение, что это за место, и, собственно, может быть, вы и угадаете. Ну, фасад интересный, не дешманский. Это либо венец, либо где Вайнвуд. Ёпа-мать, развернули тачку мне, надо починить тачку. Отлично. Суити! Меня тут рады видеть. Так. Не тебе, это мне. Да блин, что так сложно, братишка? Ты где-то здесь, что ли? Ну, я с тобой что-то рассмотрю. У меня прям нет почему-то и таких прям жестких мыслей. У меня есть идея, просто у меня единственное, что смущает, там дома другого цвета. Блин, у меня вообще нет идеи. Хоть бери всю карту изучай. Ну, оу. Сложное местечко, братан. Оу. А не банк? Нет. Нет, вроде не банк. Хотя, может, где-то я рядом, хрен его знает. Может, третью что-то как-то сложно. Сейчас, подожди. Может быть, я уже приехал. Чё, третью? Серьезно? Да, я вообще не могу ничего найти. Что-то впервые такое у меня. Давай, скидываю, короче, третью. Ну давай, давай, третью, так и быть. Держите. Да. Чего? Я еду правильно. А, я понял, где это. Я еду правильно. Шиномонтаж? Там шиномонтаж еще был. Че за шиномонтаж? Да, вот оно, это место. То есть я после второго скрина уже понял, на самом деле, куда ехать. Рядом с ПД там еще. Есть чуть ниже шиномонтаж, и там вот эта зона, где красный кирпич. А где? Да, я там превьюшку хотел делать недавно. Зин, где тачка? Зина? Какая Зина? Че тебе Зина? А где тачка-то? Вот это место. Вот. Где резина?
Ищи тачку. Так вот я и спрашиваю, и чё? Эль Кафе Реджо де Мадейра. Кто будет быстрым? Кто первый названием? Так мне ехать больше, типа, полтора. А ты что, засинул куда-то сильно? Может, она опять пропала, как ты любишь делать, ставить? Просто ну, я вот уже, я здесь уже. Ну и чё? Ты ищи табличку видишь, да? Да вижу, я все вижу, я машину не вижу. Ну ищи! Чё, а ты? Я в даунтауне, ребята! А он что не найдет еще? Ты быстрее найдешь, чем он. Думаешь? Угу. Спасибо, да, за господи, я хер знает, куда он машину-то засунул. Да, ищи! Мне чуть больше КМ еще ехать. Ну просто насколько этот просто близко, далеко, что-то. Ты эту надпись увидел, да, вот эту испанскую? Да я все равно увидел, я уже все места видел, которые на скриншотах были. Нифига ты шустрый. Ну я реально машину не вижу. А как так прочую? Она не пропала? Подсказки, нет, что, типа, она не пропала, она есть. Че, она на крыше, что ли? Нет. Кто не залезешь? Нет, она стыд. Ну давай последнюю можно подсказку, потому что я не понимаю, куда поставила, она скорее так всего не приехал в кадре сюда, будет. Братишка, братишка, братишка. Не, там ее нет в кадре. Тут просто это место. Ищите, ищите, ищите. Блин, я главное там бегаю, она может быть вообще с другой стороны. Фаня вообще проехал мимо дальше. Да-да-да, я только что проехал, я понял. Где машина-то, алё? Чё за бред-то? Ничего не бред. Да дура! А? Вот, я приехал, я понял, да, где ты. Господи, засунул-то куда? Ну, надо искать, а что, прикинь, ты приехал быстрее, а Фаня назвал бы название. Да-да-да, то есть в чём прикол? Я только с третьей подсказки понял, где это прям 100%. Да, я со второй понял, но я сомневался, что именно такой дом здесь есть. Так, блипсы надо включить. А, вот. Короче, интересненько, ладно. Окей, ребят, я первый нашел машину, это значит, что у меня есть право выбрать три раза себе тачку из рандома. Ну и, собственно, пошли попробуем. Давай, пошли, попробуем. Так, короче, ребят, я тогда запускаю шарманочку сразу. Вихрь спаунинг, рандом и... О, шпрот! Чего? X80 Pro? Шпрот, нормально. Так, вторая машинка. Такое себе. Так, надо развернуться, а то сейчас упаду с крыши. И последняя машинка. Мини Купер. Ну, думаю, тут все очевидно у меня. Так, давай, у вас по две попыточки, ребят. Нормальное ведро. С гитарой поеду. Кстати, да. Это считается? Нет, нет, это не счет. У нас легковушки только. Ну, что там? Вот фута. Так, у меня две, да, тоже попытки? Да, у тебя тоже две. Ой, это не считается. Это не считается, грузовички не идут. О, рампа, нихера себе. Ладно, еще раз сейчас. Аниме, пацаны, аниме. Так. А, я беру рампу. Серьезно, уверен, она очень медленная. Да, сейчас посмотрю по скорости и решу, что. Короче, да, ты давай выбирай, а мы на прокачиваем тачки, ребят. Рампу, ну да, рампу берем. Да, на дерби это изи. Короче, у нас первое испытание драк, ребят, погнали. Go. Ну что ж, ребята, драк, блин, ну тут все ясно, мне кажется, но это не точно. Вы ну, готовы? X80 Pro, ты давай. Раз, два, три. Ну шпрот да сейчас бы просто. Нифига, у тебя что, на дрифте, что ли? Да. Донни сейчас еще рампу не перегонит, а буду орать. А он ее реально не догоняет. Я не должен ее перегнать, все. Да. В смысле? Вот у меня нормальное ведро. У меня 175 едет, братан. У меня ненормальное ведро. А сколько? 175 должна ехать. Я 150. Ну сейчас пока еще не едет столько, но максималка я имею. А, у меня 185, он говорит, и я думаю, 175 говорит, а я еще столько сам не еду и думаю, что. 165, братан. Так, нормально. Вообще хорошечно. Ну ладно, ради прикола, давайте проведем дерби, короче, посмотрим, что из этого получится. Давай-давай. Погнали. Ну что ж, ребята, дерби, думаю, что играть будем до одной победы, до двух даже смысла нету против рампы-то. Давайте, попробуем, погнали, раз, два, три. Кыс-кыс-кыс-кыс-кыс. Ты знаешь, что делать надо, да? Донь? Я его отвлекаю, ты ему подсекаешь. Чего, может ты на него заедешь лучше просто и все? У тебя же плюс балл, как бы мне не очень-то... нормальный проем. Он выехал. Чё тебе надо? Чё тебе надо, носатый? Швейцарского. Вот это плохо. О, домой в лобби. Да ладно! О, здорово, бро. Ой-ой-ой, мне перед не надо. Так, так, так. И чё? И чё получится из этого? Глянь на мой развал, пацаны, посмотрите. Да я вижу, тут вообще дрифтишь, у тебя чисто корч такой нормальный. Ну мы так долго, походу, будем. Надо. А, ты так захотел? Да у тебя рампы, ты чё? Твои морды, ты что, дурак, что ли? Нашёл дурачка тоже. Давайте, давайте. А чего? Вот это, кстати, было неплохо, но... Пинг какой-то был, ну ладно. Но все равно залез и спрыгнул. Короче, здесь и так все ясно, рампа это рампа, ребята. Мы идем на испытание прыжок с трамплина. Ну что ж, ребята, проверка на максимальную скорость, погнали. Блин, у Дони реально развал такой жесткий. Ты сам сделал, да? Да, конечно. Развал болты поставил. Вось прот быстрее, да, поедет? Там труба такая у него. Я тебя не догоняю, чё? 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 Удар быстрее, чё моя тачка. Я ухожу от неё. В смысле? Сколько у вас там? 300 у меня? 350. Чё?
Пусто, блин, ты в курсе, что я на гиперкаре, братан? Ты мне еще рампу сломал. Ой, меня занесло. Ой, рампы нет. Да, он рампу сломал еще. Чего нахер? Ты че, молодой, рофлишь? Это как вообще? Так, ну я реально ехал 350 где-то. Я заново или 330. Я тоже. Я, короче, еду заново, чтобы прыгнуть. Просто, ребят, пишите в комментариях. What the fuck? Это реально дешевая корыта так быстро гоняет на максималке? Это не корыта, это фу. У меня 310 было максимум. 344, все. То есть как бы. Я последний буду, она еще тяжелая. Я легкий, да? Я легкий. Как перышко. Врежешься. Ну ты легкий, конечно, но стоп твой. И стоп по дереву. 325, ребят, но это бесперспективняк, я еще дрифтовал. Ну ты просто упадешь на дешевый там, ну дешевый, тяжелый. Обдом. Что, тебя летит? Собака, нет. Летит и едет. Ну тут да, тут смотри, повезло, короче. А стой, ты где был? Я там за домом был. Вот здесь? Где? Я думал, ты здесь стоял. Вот здесь я был, вот. А, ну... Да хер с ним, пускай ты будешь, короче, первый. А, блин, ребят, вообще неплохо. Я не ожидал такого, что вот эта вот машина поедет быстрее, чем гиперкар. Это что-то странное. Донни читер, полюбасу. Короче, ребят, я предлагаю сделать еще одно финальное испытание. Сбросить тачки с горы Чилет. Go! Что ж, ребята, погнали вниз с горы, просто головой вперед. Езжай, бро, езжай. Езжаю. Кстати, лучше перед Фанни впереди кататься, на самом деле. Мне кажется, знаешь, если ты перед него будешь, если он поедет нормально, он тебя перекинет просто. Но он тебя подкинет хотя бы. О, она тяжелая, вообще мало прыгаю, плохо. Я ударился. Я застрял. О, застрял? Я застрял, рекорда не будет. Ебой! Стой, у меня скользит, поедет, не знаю. Я застрял. Нет. Что-то как странно, я встал, развернулся, вроде как машина должна была поехать, но не поехала. Фу-то тащит. Что ж, ребята, вот такая получилась серия. Получается, что я сегодня победил, так как я нашел первую тачку. В испытаниях 2 балла у Вани, у нас с Вани по одному. Вот это поворот, короче, гиперкар оказался хуже, чем у той корыта. На развале. Да, это просто фу-то жесть тащит. Какая-то непонятная. Что ж, ребятки, если вам понравилась серия, если вам нравится рубрика «Прячь ищи, битва за тачку», то ставьте лайк, пишите в комментариях, снимать ли вам еще, и мы обязательно соберемся и сделаем это. Всем спасибо и всем пока. Пока. Всем привет. Пока.